Вышли на выборы с лозунгом «Мы идем побеждать». Когда поняли, что победили, какие были первые чувства? Знаете, очень смешанное чувство. И хочу сказать, во-первых, хочу сказать спасибо всем високинцам, всем тем, которые поставили крестик перед моей фамилией. Спасибо тем, которые, тем партиям и тем комитетам, которые поддержали меня на втором туре. И понимаю большую ответственность, которая каждый человек, который поставил перед моей фамилией крестик, я понимаю, что он имел какую-то надежду на будущее. Уверенно могу сказать, что приложу все усилия с первого же дня работы мэром, чтобы те надежды были осуществлены, и ту надежду, надеюсь, оправдаю. И вот все-таки какие чувства возобладали, когда вы узнали, что победили? Или чувство радости, или осознание того, какой груз ответственности на вас теперь? Действительно, чувство радости от победы. И постепенно пришло и то чувство, что ответственность огромная на плечах. Ответственность перед городом, перед людьми. И сразу же появились мысли делать первые шаги. Какие первые шаги должны быть? Как надо договариваться с членами совета? Как надо будет работать в администрации, чтобы работа была слажена и результаты были максимальными? Вы приступаете к работе где-то через месяц? Примерно так. В соответствии с законом через месяц, но у нас по регламенту совета, совет должен происходить в четверг. То есть я предполагаю, что 18 апреля будет первое заседание уже нового созыва совета. Скажите, а ключевые посты вице-мэра, директора администрации, зама уже распределили как-то? Нет, нет. Я уже много раз говорил, что буду создавать коалиционную программу. И когда мы создадим коалиционную программу, тогда и будем находить тех людей, которые наилучше выполнят ее. То есть уже сейчас идут переговоры со всеми фракциями, со всеми членами совета, которые избраны. И уверен, что мы таких людей найдем и вместе их выберем. Ну, какие-то варианты сейчас уже есть наверняка? Конечно, конечно, есть. Просто сейчас в связи с тем, что пока переговоры ведутся, я не буду озвучивать конкретных имен и фамилий. Работа мэра для вас новое дело. На сегодня у вас есть какой-нибудь неофициальный советник, помощник, кто-то из соратников, может быть? Конечно. Во-первых, это моя команда. Эта команда, я всегда говорил, это команда опытных и квалифицированных людей, тех, которые уже состоялись, те, которые уже показали себя в реальной работе. Ну и со всеми другими членами совета мы тоже советуемся. Там, если посмотрите на новый состав совета, там действительно есть опытные люди, которые уже не первый совет будут работать на благо города. Скажите, а раньше у вас, может быть, были такие мысли, если стану мэром, первым делом сделаю что? Если стану мэром, первым делом я уже отвечал. Это уже, если, наверное, неправильное слово, я уже стал мэром, то есть мне доверили горожане. То есть первым делом сделаю после инаугурации или после принятия клятвы, сделаем первым делом, это, наверное, обучение членов совета тем правам и обязанностям, которые они имеют. То есть обучение тому, как нужно работать в совете, чтобы не терять потом время до полугода в этом хаосе, когда люди не знают, что они могут и что они должны. Чтобы не терять время на бесплатный цирк. Ну, можно так. Если грубо, да. Вчера премьер Саулюс Кверняляс очень хорошо сказал, что жители, народ – это крупный работодатель, который дает мэру работу на 4 года. Но работодатель такой вот многоликий, и угодить ему, согласитесь, непросто. Вот что вы можете сказать об этом? Конечно, конечно. Я уже говорил на дебатах,
и так далее. У нас у каждой команды, которая шла на выборы, у нас есть программа. И если мы сравним программы и программные тезисы, то мы увидим, что в большинстве случаев они совпадают. Я это считаю, эти пункты, если мы объединим в единую, то есть в единую коалиционную программу, это наиболее будет отражать и мнение жителей, что нужно менять в городе. Но главным образом, как мэра, функцию мэра, я считаю, это сплотить совет, чтобы прекратились вот эти ненужные перетягивания одеяла туда-сюда, ненужные сплетни, ненужные интриги. То есть на сегодняшний день вижу главную надежду у исагинцев, чтобы совет работал сплоченным. Вчера во время встречи прозвучал наказ, ну, наверняка он не впервые такой прозвучал, что вы в первую очередь, конечно же, должны работать ради интересов города. Понятно, что вам придется изменить полностью образ, стиль жизни. Вы готовы к этому? Да, я это понимаю, что та жизнь, которая у меня была до 17 марта, она уже прошла. То есть это уже прошлое, сейчас начинается абсолютно новый этап. И я осознаю все тяготы и те вызовы, которые ожидают впереди. Но я к этому готов. Ну что, будем надеяться, что жизнь изменится не только у вас, но и у нас, жителей города. Обещаю приложить все усилия, чтобы те изменения были, и как всегда говорю, изменения не просто изменения, а изменения к лучшему. И в городе, и для горожан.